Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сейчас будет онлайн-расклад, и тема будет такая. Как я могу им управлять? Или как мне им вертеть? Давайте посмотрим. Я буду выкладывать сейчас 6 карт. Вам нужно будет чисто интуитивно загадать своего мужчину. И мы посмотрим, как им управлять, а может быть и вертеть. Итак, как управлять или как вертеть эти мужчины? Карта номер один, карта номер два, карта номер три, четвертая карта, пятая карта и шестая карта. Выбирайте чисто интуитивно одну карту, и мы будем смотреть. Загадали? Вот сейчас слушайте свою интуицию. Чувствуйте, вот какой карте просится ваша душа, вот ту и выбирайте. Итак, смотрим. Кто загадал цифру номер один? Так, ваш мужчина, это мужчина очень такой темпераментный, мужчина сексуальный, мужчина очень активный, мужчина очень интересующийся всем новым и интересным в жизни, знаете, что в моду входит, например, да, кто как живет в других странах, да, какая новая музыка там появилась, что интересно есть, какие вещи, например, там в моду сейчас вошли, да, то есть мужчина интересуется всем, ну, всем таким новеньким, так скажем, да, вот что входит в моду. Мужчина сексуальный, мужчина здесь энергетика молодого самца такого, понимаете? Неважно, сколько ему лет, 60 лет или 20 лет, неважно, здесь идет энергия молодая. И мужчина за собой следит, особенно за своей потенцией, понимаете, за своей сексуальностью. Может быть, мужчина там, я не знаю, качается, да, или пытается похудеть, да, убрать живот, например, он ему мешает. То есть здесь вот такой мужчина может быть. Как и можете крутить, посылайте ему такие, знаете, знаки внимания, что он вам интересен. Например, если вы только встречаетесь с ним, да, у вас ничего еще с ним нету. Заигрывайте с ним, возбуждайте его, мужчина будет сразу на это откликаться, потому что он сразу видит пухленькие губки, стройненькие ножки, красивая грудь, подтянутое тело, то есть мужчина откликается на то, что он видит. Здесь идет самец, мужчина-самец, он откликается на то, что на самочку, на красивую женщину. Вы можете с ним шутить, вы можете с ним заигрывать, да, говорить ему одно. И не надо ему договаривать. Пусть сам додумывает дальше. Ну, я не знаю, вот пусть он целый день и ходит и думает, что она там сказала мне это, а это к чему это она мне сказала? Понимаете, не нужно для него быть открытой книжкой, чтобы он вас прочитал за один день-два, и потом сказал, ну, я тебе потом позвоню, ты давай, пока. Не нужно этого делать. Нужно постоянно разжигать в нем интерес. Интерес разжигайте. Будьте интересной женщиной для него. Да, будьте таинственны, будьте загадочны, будьте разносторонний. Еще давайте посмотрим, как вы можете еще инвертить. Да, Иерофант, вам нужно быть, ух, какой женщины, умной, мощной, сильной. По Иерофанту эта женщина, знаете какая? Ого! Эта женщина такая прям советы дает она, да. Эта женщина... из благородной семьи, такая, знаете, честолюбивая, умница, красавица, с хорошего рода, да, которая умеет все по хозяйству делать, и шьет, и вышивает, и готовит, и сама вообще прелесть, просто прелесть. Вот второй такой, как она, нету вообще в мире, в природе. Вот, 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 вот этим, если вы должны быть такой женщиной, если вы такая уже женщина, ту, которую я сейчас описала, ну, вам респект. Крутите им по полной программе. Бейте его на мужские точки. Говорите, что да, вы его сейчас хотите.
И когда он говорит, я сейчас к вам еду, говорю, не-не-не, подожди, подожди, я сейчас не могу. То есть, понимаете, вот так надо его надо, как вам объяснить? Ну, я не знаю, издеваться, что ли? Не издеваться, но это, я не знаю, как это объяснить. Это нужно владеть мужчиной, чтобы он полностью, знаешь, был надрессирован тобою полностью, чтобы ты вот как, ну, я не знаю, как собачка, что ли, вот говорил ему, хочу сейчас, хочу потом, и он делал все, что ты хочешь. Здесь и должна быть женщина, в первую очередь, мудрой. Поэтому, если вы то, что я сейчас перечислила, вы не такая, тогда набирайтесь этой мудрости, и он вам поддастся, по полной поддастся. Я вам говорю, это 100%. Мои слова еще вспомните. Вы должны быть, я не знаю, не на одну, на две, на три головы выше его. В смысле не роста, а в смысле своих мозгах, понимаете, своему характеру, силу воли. Вы должны быть выше, выше него. И он должен это понимать. И он должен оценивать вас. Там вас и еще кого-то понимать. Не-не, вот она хорошая, вот а мне она нужна. С таким дураком, как я, только такая женщина справится. Вот что он должен для себя понять в итоге. Дальше. Кто загадал цифру номер два? Как им управлять и вертеть? Ну, здесь должна быть женщина королевы Пентаклей. Это женщина. Если... Сейчас я буду вас описывать. Если это вы, потрясающе. Вы уже им вертите по полной программе. Я вам говорю это 100%. Если вы земного знака зодиак, Козерог, Телец, Дева, или же относитесь, например, там по асценденту или расположению, да, в земных знаках у вас несколько планет, все, это вы. Вы земного знака зодиак женщина. Очень стабильная, постоянная, твердо стоящая на ногах, любящая золото, любящая украшения, любящая природу, дом, хозяйство. Вы потрясающе готовите, просто потрясающе. Начиная там от компотов, заканчивая там, я не знаю, тортами там, понимаете? То есть кухня это ваша. Вы любите деньги. Вы умеете зарабатывать деньги. Вы умеете вкладывать деньги, понимаете? Извне получать эти деньги и вкладывать деньги во что-то, в имущество, в золото, в недвижимость. Вас, потому что вы цельный человек. Может быть, у вас есть свой бизнес, у вас есть своя машина, квартира, дом. У вас планы большие, огромные еще на то, чтобы заработать и вложить во что-то. Да? Вы женщина такая очень богатая. Богатая, из хорошей семьи, из рода хорошего, из богатого хорошего рода. Женщина, вы здоровая, по крайней мере, вы за собой смотрите, вы правильно питаетесь, вы понимаете, для вас ваше здоровье это на первом месте, вы себе ни в чем практически не отказываете, но вы держите баланс. Кстати, у вас есть расположенность к полноте, имейте в виду, будьте аккуратнее, да, с тем, что вы кушаете. Но, в принципе, ваше здоровье очень хорошее, вы такая женщина дородная, которая может иметь несколько детей. Если вы, вот сейчас женщину, которую я описала, если вы являетесь такой женщиной, да, то вы уже вертите им. Сейчас вы мне скажете, как? Я его уже год не вижу. А я вам объясню. Он не будет вам показывать это. Но он постоянно думает о вас днем и ночью, потому что он вас до сих пор не забыл. Так же, как и вы его не забыли, поэтому вы смотрите этот расклад. И я вам говорю, вы мысленно на вот на таком дистанции длинном каком-то неком, да, энергетическом уровне, вы его воздействуете на него так или иначе, мысленно, да, потому что вы кружитесь в его голове, он до сих пор вас забыть не может. Давайте еще и еще, да, кстати, как вы можете владеть этим мужчиной, да, так скажем, вертеть им, это то, что вы настолько терпеливая, это вообще просто трэш. Вы можете терпеть еще неизвестно сколько, молчать, не говорить, не звонить, не писать. Хотя там внутри уже кошки скребут, но вы настолько терпеливая, вот этим вы его берете. И он думает, как? Как она столько терпит? Как? Я вообще в шоке. Она на протяжении столько времени со мной, и она есть. И как она терпит? Мне нужна такая женщина, которая будет меня терпеть, наверное, да? И будет сам мной вот таким образом управлять. Вот так, понимаете? Хорошо, дальше смотрим. Как еще вы можете инвертить? Давайте посмотрим. Да, карта колесница. Если вы находитесь от этого человека на расстоянии,
Приезжайте к нему поближе. И вы посмотрите, он будет у вас как из ручки из вашей будет кушать. Он настолько будет вашим ручным, я не знаю, плюшевой мишкой, понимаете? Собачкой, кошечкой вашей будет, что он из ручки вашей будет кушать. Вы можете вертеть этим человеком, и вы сами хозяйка себе. И когда вам надо, вы можете написать, приехать, увидеться. Когда не надо, давай пока, у меня дела. У меня там бизнес, у меня деньги, что тебе надо, типа. То есть вы вот настолько вы, знаете, самодостаточная женщина, что вы можете им вертеть даже на расстоянии. Опять же, колесница это расстояние же, это дорога, да? Вы на расстоянии можете им вертеть, и вы им вертите, и он ничего сделать не может. Он уже сам в шоке, он уже не думает, блин, как мне от нее отцепиться от нее? Постоянно не думаю, я уже устал, у меня сил уже нету. А у вас получается это просто. Ну, вы так сильно впали в душу. Ну, потому что вы потрясающая женщина. Что еще можно здесь сказать? А от потрясающих женщин мужчины просто так не уходят. Я вам говорю серьезно. Так что вы им вертите. А если вы еще поближе к нему приедете, о-о, это будет что-то. Хорошо, дальше. Кто загадал цифру номер 3? Как им вертеть? Ой, как вам тяжело он дается. Посмотрите. Посмотрите, как он вам тяжело дается. Вот это он. Вот это он. Видите? Вот это пирамида. А вот это вы. Посмотрите на ваше состояние лица. Вот это на ваше лицо посмотрите. А на ваше состояние общее. Посмотрите, как вам тяжело вот это тягать уже. Потому что он неуправляемый. Этот человек, вот это как глыба, понимаете, пирамиды. Вот Хеопса стоит она там уже сколько веков. Вот так и стоит она. Ее не сдвинуть никак, не вывести на эмоции никак. Ты уже сама здесь выведешься вся, не знаю на что. Но его невозможно вывести. Как этот человек можно управлять? Практически никак. Практически никак. Это просто как груз на ваших плечах, который вы тащите уже просто, понимаете? Давайте посмотрим, все же как можно, да? Как вертеть этим человеком, как управлять им? Вот я вам сейчас скажу, как управлять. Наплюйте на него, ложитесь на софу и получайте удовольствие от жизни. Вам нужно наплевать на него. Просто вы одного единственного не можете понять за все это время, что вы достойны лучшего. Вы вцепились в него, знаете, как клещ. Было бы за что вцепляться, господи. Я не знаю, чего вы в него вцепились. Вы чего от него ждете? Им управлять невозможно. Потому что пирамидой управлять невозможно. Пирамида, она и есть пирамида. Понимаете, вот Хеопса, она все, она там стоит уже там и все. Ты ее никак не свернешь. Ты здесь уже сама вся, я не знаю, изведешься на нет. Просто нужно забить на него. Вот так вот, отдыхать, получать от жизни удовольствие. Тем более, что вы этого достойны. Я не знаю, почему вы это не делаете. Вы достойны очень много, потому что вы супер-женщина. Супер-женщина, понимаете? Которая может все абсолютно в этой жизни. И вам нужен достойный мужчина. Услышите меня, пожалуйста. И поставьте на нем крест. Так. Пирамида должна стоять. Все, вот пусть она стоит дальше. Если кому-то нужно будет, вот пускай кто-то другой и тащит. Но не вы же. Ну жалко же, правда? Так, кто загадал цифру номер 4? Как им управлять? Знаете, молча. Правда, но четверка мечей. Молча управлять, ничего делать не надо. Вообще ничего делать не надо. Когда вы ничего не делаете, это тоже как бы некий такой, знаете, процесс управления. Когда он там сидит и думает, так, а что-то она ко мне никак не звонит, не пишет, не бегает. Что-то здесь не то. И он начинает шевелиться, по-моему. Что здесь, как здесь управлять? Молча управлять, ничего не делать, забить на него и все. Занимайтесь своими делами. Еще давайте посмотрим, как им управлять или как им вертеть. Король мечей. Нормально. Скажите ему, что у вас другой мужчина есть. Все. Он тут же в себя придет. Глаза сразу откроются. Да, из спячки выйдет. Скажите, что у вас Петя появился вон в соседнем доме. Мой сосед. Замечательный сосед. И все. Здесь нужно постоянно мужчину, знаете, подпитывать на ревность. Выводить его на ревность. Но только не говорите ему так, чтобы он понимал, ага, что-то она мне врет, по-моему. Нет, а вы серьезно говорите. Да, у меня там Петя появился. А в соседнем еще доме Вася мне комплимент сделал. Вот я думаю, мне сегодня вечерочком кому пойти, к Пите или к Васе? А ты как думаешь? И пусть он вам скажет, как он думает. А потом еще полночи пусть думает. Есть у вас там Петя или Вася?
То есть этого мужика нужно держать, понимаете, на коротком поводке, чтобы не он вами вот так вот кружил и вертел, а вы им. А вы женщина или нет? Конечно, женщина, да? Поэтому женщина должна быть всегда умной и мудрой. Я всегда об этом говорю. Поэтому здесь нужно встряску немножко устраивать. И еще, будьте с ним жесткой, будьте холодной. Не надо перед ним, знаете, я не знаю, уже петь ему дифирамбы и под него уже подстраиваться так, что прям вообще смешно. Не надо. Он уже и так на голову сел. Четко ему скажите, ты что хочешь, кушать? Ну иди разогрей. Какие проблемы-то? Что тебе от меня-то надо? Понимаете, здесь нужно четко, конкретно. Я не хочу, мне это не нравится, например, да? Почему я должна это делать? В смысле, я должна это сделать? То есть вот здесь нужно четко, конкретно. Потому что вы такая настолько уже, наверное, вот эта иньская женщина, мягкая и пушистая, понимаете, которая очень легко ранимая такая. Надо здесь уже и мужиком стать где-то. И все, и будет все хорошо. Здесь надо жесткость. Жесткость надо с этим мужчиной, надо жестко. И управлять получится тогда им. И хватит ему пироги уже там печь, наверное, с котлетками. Посадите его на диету. Все, пусть кушает Геркулес. Скажите полезно. Малыш рассказала. Сразу другим будет, как шелковый будет. Дальше, кто загадал пятую позицию? Как эти мужчины управлять? Ну, здесь король жезлов. Это вообще сексо мачо. О, ес, ес, детка, да. То здесь... Ну, я надеюсь, мужчины меня не смотрят. Здесь вообще, знаете, такой мужчина. Вот уже по карте сразу все видно. Я эти карты вообще обожаю. Второй апокалипсис – это что-то. Вот просто если меня сейчас смотрят Таро, и девочки, покупайте, не ошибетесь, карты потрясающие. Вот как есть, так и говорят. Посмотрите, какой здесь мужчина лучезарный, аж светится все, у него там все светится, понимаете? Он настолько харизматичный, он настолько брутальный, настолько, кстати, его торс какой сексуальный, да? У него и потенция прекрасная, то есть мужчина прям вообще просто. И неважно, сколько ему лет, 20 или 60. Потенция у него прекрасна. Ну, по крайней мере, он об этом он беспокоится всегда и смотрит за этим. Так что он знает, что женщинам нравится же. А так как он очень сексуальный, он должен быть всегда на виду. И девочки должны всегда на него обращать внимание. И должны прям, знаете, глазами вот так его аж провожать или встречать. Потому что для него это важно. Как вы можете управлять? Бейте на это. Говорите, что вы его хотите. Станьте точно такой же, как он. Он смотрит за собой. Ха, а вы чем хуже? Запишите в спортзал, купите себе самое красивое черное гипюровое нижнее белье. Купите себе, я не знаю, Шанель номер 5. И скажите ему, ха, я сейчас в постели, ты не хочешь меня? И все. И пусть он хочет. А если тем более вы находитесь от него где-то, вот если он, например, на Камчатке, а вы в Лос-Анджелесе, скажите ему, что вы сейчас его хотите. Угу. И пусть он полночи не спит, думает о вас в каком-то там нижнем белье. То здесь мужчину можно выводить на эмоции. Он же страстный у нас. Ну, это же жезлы, да? Он же такой сексуальный, он такой страстный, все. Охайте, ахайте в постели, понимаете? Не будьте бревном. Ну, если вы с ним, я имею в виду, если вы с ним в плотных отношениях, да, если вы уже не на расстоянии, а если вы с ним в семье, например, да, или вы любовники, не будьте бревном. Даже если вы не получаете оргазма, но охайте, ахайте, я вам говорю, он будет еще больше стараться. Этот мужчина, ему нужна такая же ответственность. То есть он на тебя вкладывает, да, он должен это же получать от тебя. Если он от тебя получать не будет, он пойдет сразу других искать себе. А вам это надо? Но если вы хотите этого мужчину удержать, то я думаю, что нет, да, здесь придется постараться. Здесь придется постараться податься ему. Ну, будьте игривой кошечкой и пантерой одновременно. Будьте артисткой. С таким мужчиной только так, по-другому не получится. Он по-другому не получает. Вернее, не понимает он. Он должен получать действительно именно эмоции. Вот эти вот мужские. Он же самец, альфа-самец такой, понимаете? Лев, сова, в саванне, по саванне он гуляет там. Давайте еще посмотрим, как вы можете им управлять. Ой, хороший раскладик, да, получается? Идем дальше. Как ему вертеть и управлять? Да, вот здесь нужно очень постараться. Смотрите, видите,
Вот сидите и думайте, как над шахматной доской, как вам пойти? Ферзей или конем, или сразу пешкой вперед, да? Чтобы мата, главное, не было. У вас с ним игра. Он своими идет, а вы своими. Так что думайте, думайте, как вы будете идти. Но я вам сказала, что здесь надо бить на то, что мужчина сексуальный, харизматичный, настоящий мужчина. Здесь надо бить еще на его на амбиции. Его надо говорить: да, ты такой, ты бог и царь, Наполеон, возьми меня сегодня ночью. Да. Скажите ему, что вы хотите с ним поиграть в какие-нибудь ролевые игры. Вы будете его медсестра, он будет ваш больной. Ну или придумайте что-нибудь другое, понимаете? Что он ваш Александр Македонский, он должен вас сегодня завоевать просто на всю ночь, понимаете? Вот. Короче, здесь и нужно бить. Здесь и нужно бить на страсть, на сексуальность. На его вот эти, понимаете, на его... Вот я бы, вот этого мужчину я бы раскрутила бы за одну ночь. Вот я вам серьезно говорю. Он потом всю оставшуюся неделю за мной бегал бы. Яна, я тебя еще хочу. Или чем другое бы. Все, идем жениться, понимаете? Идем жениться. Вот его можно. Вот этот поддается. Вот этот вот. Вот я сейчас смотрела третью позицию. Этот вообще не поддается. Здесь полный трэш. Даже у меня не получилось бы. Потому что здесь пирамида Хеопса стоит. А у вас мужчина такой, ух, огонечек. Так что дальше идем. Так что вы меня понимаете. Идем дальше. Позиция шестая. Так, ну здесь вообще тоже трэш, по-моему, я так думаю. Ну, туз мечей, что здесь можно сказать? Магия. Бейте через магию. Хотите им управлять? Магия. Запомните, первое, это магия. И магия, знаете, какая руническая? Ставьте на... Прям пишите на его фотографии, ставьте прям на лоб ему мысли. Чтоб ты меня хотел, чтоб ты меня любил, чтоб тебя никого не было. Найдите, есть хорошие ставы. Я уже не помню. Где-то у меня там тоже было записано. Турисас. Турисас, Биркана. Ты вас. Что-то у меня. Я помню, что вот что-то такое вот очень сильно есть такие ставы, когда ты просто заставляешь человека, чтобы он был твоим, и никуда он не денется. Или же, как вариант еще, или ставьте точку. Ставьте точку. Скажите ему все, чтобы я тебя больше не видел. Еще раз придешь. Ты еще раз только придешь, я не знаю, что я с тобой сделаю. Понимаете? Даже если вы этому скажете, вы думаете, он надолго уйдет? А-а. Он уйдет на недельку-две, там через... на месяц самое больше. Потом опять явится. Ну, потому что здесь как можно... Вопрос как стоит? Как можно управлять этим мужчиной? Здесь можно управлять только через магию или только то, что вы будете говорить. Не подходи ко мне. Иди сначала приведи себя в нормальный вид, похудей. Ты меня уже раздражаешь. Ты такой, ты сякой, короче, вообще, чтобы я тебя больше не видела. Ты меня достал уже. Здесь вот это тоже можно применить, понимаете? Потому что на нем это будет очень сильно отражаться. Вау, все, она меня бросает. Капец, как же я без нее? Все, вы уже им управляете, понимаете? Дальше, как можно им... как можно, да, им вертеть, крутить, вертеть и управлять? Да, вот, четверка чаш. Скажите, что вы такая женщина, что один, что второй, что третий, что ты мне вообще, знаешь, как бы, я сама управляю всеми. Я настолько сильная, мощная женщина. Меня еще нужно как бы удивить. А в тебе нет ничего такого, чему бы я удивлялась, милый мой. Подрасти немножко до моего уровня. Потом ко мне придешь, подъедешь на козе какой-нибудь ко мне. Понимаете, здесь вот это вот должно быть. Здесь женщина должна быть жесткая. Если вы будете мягкая, у вас ничего с ним никогда не будет. Здесь женщина должна быть жесткая, которая будет им швыряться, которая будет говорить: иди это сделай, иди себе нормальный вид приведи.
Понимаете? Только тогда у вас получится им управлять. Будете показывать свою мягкость, ничего с ним не получится. Это он вам сядет на голову, и вы потом будете плакать и говорить, что мне делать, как мне быть. Понимаете? Так что вот такой был расклад. Интересный, главное, да? Ну, я думаю, теперь вы будете знать, как можно управлять своим мужчиной. Я вам всем желаю всего хорошего. Девочки мои красавицы, управляйте. Так и должно быть. Потому что женщина должна управлять мужчиной. Все. А у мужчины другие свои функции. Так пускай мужчины это и делают, да? Я вас всех люблю, я вас всех обожаю. Спасибо, что остаетесь со мною. И будем дальше смотреть мужчин. До свидания.